Главная новость об убийстве заместителя прокурора в топах. Слышала что-нибудь про это? Я смотрела записи с камер видеонаблюдения. Он похож на маньяка из фильма ужасов. Страх наводит белая маска. Прокурор усилил охрану возле своего дома. Он боится покушения. Каковы мотивы у этого чувака? Прокурор и его зам отправили за решетку многих опасных преступников. Они были неподкупными. Видно, кому-то они конкретно перешли дорогу. Я думаю, что после этого прокурор отправит всех копов города на поиски этого гада. Ты напрасно так считаешь. На сайте полицейского департамента прокурор конкретно намекает на то, что Бэтвумен поймает этого отморозка гораздо быстрее, чем полиция. Они рассчитывают на тебя. Я должна тебе кое-что сказать. Я не Бэтвумен. И никогда я не была. Очень неожиданно. Хорошо. Меня зовут Екатерина. Я являюсь... Я знаю, кто ты, Катя. Можешь не продолжать. Отлично. Ты знаешь, кто я. Но кто ты? Снимай маску, если хочешь быть частью моей команды. Я не буду этого делать. Потому что я не хочу быть частью твоей команды. Я работаю в одиночку. А вызвалась я, чтобы тебе помочь. Но так же легко могу от этого отказаться. Ладно. Продолжай дальше скрывать свое лицо. Рано или поздно ты сама снимешь маску, когда научишься мне доверять. А теперь ближе к делу. Нам нужно больше полезной информации о мотивах преступления. Наверняка масса полезной информации находится в ноутбуке убитого зама прокурора. Есть какие-то вещи, о которых они не хотят распространять в кругах копов. Ты предлагаешь пробраться в полицейский участок и так просто включить его комп? Не будь легкомысленной. Подобную информацию можно найти только у него дома. Прости, но у меня нет времени на флирт. Я не флиртую. Я просто твой фанат. Я бы хотел больше узнать о твоих супергеройских делах. Слушай, я понять не могу, ты кто? Охранник или герой-любовник? Так-то я охранник. Ну тогда... Арестуй меня. Или продолжи заниматься своими делами. Таким образом ты поможешь следствию. Кстати, я вообще не понимаю, что ты пытаешься здесь найти? Я могу предложить тебе кофе с молоком. Кстати, я умею ухаживать за женщинами. Не сомневаюсь. У меня еще никогда не было свидания с супергероиней. Но я всегда мечтал об этом. Ha ha ha!
так и останется твоей мечтой. Ты что, расселся? Ты уже скопировал инфу с компа? А зачем охранникам копировать информацию с компа? Я всегда предполагал, что супергероини туповаты. Но чтобы настолько... Ты промахнулась! Ну что, а теперь? Тебе на первом свидании. Кстати, я не люблю кофе с молоком. Я предпочитаю американо. Судя по всему, я нашла кое-что интересненькое. Да? На базе расскажу. Я смотрю, ты вообще не хочешь разговаривать с нами.